Подожди, найду. Вкусно же, ну? Гадость. Сладкая. Она же сладкая, все. Спать не дали, сонная. Да, я теперь, скажи, так и хожу сонной. Вся вытерлась, я в клетку выбраться хотела. Ничего страшного. Обрастет. Вот, мама, вот, мама, ой, помечает. Конечно, мое. Твое, говорит. Эгоистка. Я потом с сексом поделюсь когда-нибудь, может быть. Лапу даже держит, не поднимая. Нет, она приступает на нее, но как бы щадит, слава богу. Я же щелю, у меня же там кость целую выпилили большую. Да это понятно. Это вот кость, ну, перелом фактически. Взяли, распилили на две части. А там распилили, еще кусок выпилили. И кусок выпилили, выкинули. Да, чтобы новый рост. А как людям увеличивают рост? Распиливают кости на ногах, ставят аппарат Элизара, вот так же, только там все кости распиливают, чтобы они нарастали. На 10 сантиметров можно рост увеличить. Хорошо. Я завтра займусь своим ростом. Я вот тоже думаю, рост наверное, увеличит, он ничего не даст. А зачем? Зачем? Да блин, с верхних полок ничего не даст. Табуреточка. Мы так спали. Катя пришла, разбудила нас. Вот так на полу хорошо уснули.